С 18 марта начинаются туристические поездки в город Шуша. Принять участие в безопасных турах в культурную столицу Азербайджана смогут граждане Азербайджанской республики, достигшие 18 лет. Туры будут один раз в неделю, однако в будущем предполагается увеличить их количество. В ходе двух- и трехдневных туров с ночевкой в отеле города Шуша предусмотрено ознакомление с развалинами в центре города Физули, посещение памятника первому шахиду, Джидыр-Дюзю, мавзолея Вагифа, дома-музея Мехмандаровых, дома-музея Бюльбюля, мечети Юхарогов-Харага, площади, где расположены расстрелянные памятники, крепости Шуша и Генджинских ворот, ознакомление с символом Шуши Хара-Бюльбюль, церковью Газанчи, Шушинской реальной школой. В двухдневный тур стоимостью 215 манатов включены трансфер на автобусе, проживание в отеле, завтрак и сопровождение гида. Что касается трехдневного тура, то он с двумя ночевками и стоит 370 манатов. Напомним, что с 24 января 2022 года начали выполняться регулярные междугородние рейсы Баку-Шуша, Баку-Агдам, Ахмедбейли-Шуша, Международный аэропорт Физули-Шуша, Барда-Агдам.